Беру два яйца и разбиваю в миску. Добавляю немного соли и чайную ложечку растительного масла. И теперь взбиваю. Теперь на сухой сковороде жарю тонкие яичные блинчики. Теперь солнечные блинчики заворачиваю рулетиком и буду нарезать тонкой-тонкой соломочкой. Куриное филе я отварила заранее. Варила филе 15 минут, в бульон положила черный перец горошком, лавровый лист, немного карри и соли. Филе нарезаю тоже на тоненькие кусочки. Для большего вкуса в салат еще добавляю копченую курочку. Нарезаю тоже тоненькими кусочками. Соломкой нарезаю свежий огурчик. Обязательно добавлю в салат свежую капусту. Нашинкую ее тоже тоненько-тоненько. А теперь добавляю яркую солнечную кукурузу. Добавляю в салат немного сметаны и майонеза, в принципе, в равных пропорциях. Конечно, вообще, если вы хотите, можно заправить салат только майонезом или только сметаной. Здесь, как говорится, дело вкуса. Добавляю соль по вкусу и черный перец. И еще добавлю зубчик чеснока. И теперь все хорошо перемешиваю. Перекладываем салат в тарелку для подачи. И посыпаю немного зеленым луком. Давайте скорее пробовать салатик. Мне так очень хочется уже кушать. Ну так, ребят. Такой сытный, в то же время очень легкий. Честно говоря, хочется еще. Такой салат, мне кажется, невозможно остановиться кушать. И действительно, очень-очень вкусно и очень просто. Иногда в холодильнике есть продукты, и не знаю, что с чем бы соединить, чтобы получился вкусный салатик. Вот вам еще один оригинальный простой рецепт. Жду ваши комментарии, как вам такой салат. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Будем готовить вместе, быстро, просто и вкусно. Прошу к столу и приятного вам аппетита!